Это, пожалуй, самый нестандартный канал, который мне доводилось видеть. Тусовки, влоги, стримы, все это и многое другое с очень интересной и неординарной подачей. Переходи по ссылке в описании, подпишись и все увидишь своими глазами. Ну что, ребята, всем привет. Давненько меня уже с вами не было. Я, если честно, успел по вам даже немножко соскучиться. Вот, соскучиться по Ютубу. Кстати, у меня за это все время накопилось очень-очень много всякого интересного, чего я хотел бы вам показать. Это посылки, которые вы мне присылаете, и обувь. Теперь у меня кастомная обувь со своей надписью будет, со своим логотипом. Вот, в общем, очень много всего интересного. Вот, можете посмотреть. Вот такие коробочки, это все я вам покажу в следующем видео. И перед началом влога я решил сделать вам небольшой лайфхак, показать вам новую фишку. Я подумал, что было бы неплохо каждый влог начинать с того, что показывать вам что-то новое или интересное. Потому что изначально, несколько лет назад, когда я создавал свой канал, я рассчитывал на то, что видео будут именно более практические, то есть полезные. Вот, интересные, чем просто показывать мою жизнь. Вот, поэтому покажу вам сейчас лайфхак. Я его еще не проверял, и это вот абсолютно новая фишка. Я случайно совершенно в интернете на это наткнулся. Глобальное полное обновление Ютуба, то есть новый дизайн, полностью все выглядит по-другому. Я это еще не пробовал лично, поэтому давайте прямо сейчас вместе это попробуем, проверим. Новый дизайн Ютуба. Вот. Интерфейс, ночной режим здесь есть, новый интерфейс, быстрая загрузка, и жмем попробовать. Разбираемся с этим новым интерфейсом, здесь вообще все абсолютно по-другому, то есть здесь добавился ночной режим, и давайте вообще разберемся, посмотрим, что тут к чему. Вот, настройки моего канала переехали сюда, вот, можно включить ночной режим. В ночном режиме цветовая схема меняется светлая на темную. Ну давайте. Ого! Ну, ребята, ничего себе, вообще все по-другому. Ого! Как по мне, реально новый дизайн, это классно, то есть, ну, что-то необычное, глобальное обновление. Понимаю, что это еще бета-версия тестируемая, то есть тут все еще сырое, потому что выкидывает периодически на старую страничку. Но, в общем, имеем мы вот такое вот обновление, то есть появился ночной режим, кнопки немножко поменялись, и ссылочку, как сделать себе новый дизайн Ютуба, я оставлю внизу. Кому интересно, посмотрите и пишите в комментариях, как вам новый дизайн канала. Нравится, не нравится, вот, как по мне, то гораздо лучше, потому что старая приелась, а в темном реально, ну, смотрится просто красивее, лучше, вот, ну, в общем, такое, а сейчас сам влог, поехали. Так, ну что, ребята, закончилось мероприятие, все я отснял, вот, и еще одно важное дело, которое у меня есть на сегодня, сегодня пятница, я с утра, ну, типа, забыл это сделать, нужно сделать это сейчас, пятница, как вы знаете, вывод денег осуществляется в кэшбэре только по пятницам. И мне капнуло в этот раз, на этой неделе, мне капнуло 4155 рублей. Вот, это все потому, что я привлек Аню Нестеренко. Ну вот, теперь Аня тоже будет открывать кэшбэре. И таким образом у меня уже Шапик, Таня, папа Шапика и теперь еще Аня Нестеренко. Вот, и поэтому каждую неделю теперь мне капает немножко больше денег, чем раньше. Вот, ну, в общем, давайте выведем их наконец-то. Кстати, у них появился вывод на PrivatBank. Но я еще этим способом не пробовал выводить. Я думаю, что попробую уже на следующей неделе с компа. А пока я тут на Трухановом острове расслабляюсь, сижу, отдыхаю после тяжелого своего буднего дня, последнего пятничного. Выведем через мобильное приложение и выведем по старинке на Киви. В общем, поехали. Так, вот мои 4000 рублей. Жмем вывести средства. Выбираем валюту рубль. Вот, и они сделали вот вам графа PrivatBank, но для того, чтобы выводить через PrivatBank, вы должны конвертировать, если у вас в рублях, в гривны, и потом выводить на PrivatBank. Но я же говорю, не хочу сейчас через телефон этим заниматься, поэтому сделаем по старинке на Киви. Денег успешно заказан, ожидайте поступления в течение 72 часов. Ну, короче, все как обычно. Вот, деньги, наверное, придут завтра. И я же вам говорю, что приятные бонусы, то, что чем больше людей ты привлекаешь, тем больше твой заработок, при том, что ты новые деньги не вкладываешь. Вот, поэтому ссылочку на кэшбэри я оставлю вам в описании. Все, я буду вот что делать. Я думаю, что сегодня я заслужил выпить сидра.
У нас сегодня суббота, завтра Пасха, и мы, не дожидаясь Пасхи, пока нет дождя и всего такого, решили сделать пикничок небольшой. Тут он. Высоко, да, наверное? Копательные работы происходят. У нас тут фотограф Алексей. Денис ловит рыбу. Ловит. Ну как, ловится что-то? Ловится, только не у нас. Ага. Вот там напротив. Мы что-то поймаем по-любому. Не, ну местечок неплохой здесь, да, я. Кулинарный замес в самом разгаре. Вот, у нас тут мясо и... Девочки будут есть красную рыбу. Блин, ну кусок, конечно, этот офигенно выглядит. Он очень аппетитный. Форель. Да. Угу. Не, я попросила, чтобы мне выглядело. Ничего, что тут лучок лучше. Чуть-чуть ваша. Форель не провоняется? Не, ничего луком. Страшного. Мадам, держите мусор. Все поели, все сделали. И тут, наконец-то, неожиданное чудо. Посмотрите. Да, это, конечно, нечто. И что, Денис, как тебе? Человек, кстати, первый раз в жизни вообще занялся... рыбалка. Человек просто купит. Денис, он купил себе кучу снастей, кучу всего. Ради того, чтобы словить рыбку. Вот начинают бивать. Вот. Инвестиция. Ого, у нее еще глаза даже. Не, ну они уже все пиздецом, конечно. А это какие-то в дополнение еще бусы какого-то индейца, походу. Да. То есть это все твои чакры, да? Конечно. Я там женская магия. Женская? То есть мужики, значит, на рыбалку должны ходить с барышнями, да? Конечно. Капец. Интересно, очень интересно. Так они должны сейчас ушку готовить. Надо же кому-то рыбу снимать с крючка. Ты там классно сделал. Так улыбался. И что, ребята, мне нацепили какую-то херню на бошку. Это не херня, это красивая заколочка, это все испортит. А, то есть это заколка еще? Я думал, это вот здесь... Это мудозвончик. Охереть, то есть я мудозвон, да, получается? Очень классно. Нет, это я у Данончика забрала. Ну, позвони. О! Нормально, еще и упал. Нам наступит жопа, реально очень сильно испортилась погода. Просто начался какой-то шторм и ливень. Да я уже все убрал, что надо. А это что? Ну что, я мусор весь сложил. Так, ну что, ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас пятница, погодка отличная. И я решил проснуться пораньше, прогуляться. И заметил я, здесь происходит, короче, что-то неимоверное, какое-то сумасшествие. Разыгрывает Samsung Galaxy S8, который еще, походу, даже не вышел. И комфи Samsung Galaxy. Это организовали, и какие-то люди сидят в ваннах. И, походу, наверное, им нужно просидеть, я не знаю, часов 6, наверное, ради того, чтобы выиграть телефон. Вот, меня это заинтересовало, и будем сейчас наблюдать. По чуть-чуть все равно делать нечего, еще раннее утро. И будем по чуть-чуть наблюдать, на что люди готовы ради телефонов. Интеллектуальное задание. Кстати, из 11 участников всего одна барышня, 10 мужиков. Скоро стоит цей абонент до 100 минут відомо. Дали им интеллектуальное задание написать любой четверостишие Тараса Григорьевича Шевченко сообщение. И участники сейчас пытаются это сделать. Посмотрим, кто помнит вообще какие-либо стихи. Но я, наверное, что-то смог бы написать. Вот посмотрим, насколько все остальные в этом плане прокачаны. Поки що жодного повідомлення, не знаю. Чи рекомахати гроші на довішньому годують? Тут багато помилок, але все ж таки. Лазаренко Олександр, Ревета Стогли Дім Широкий і Ден Блек, чому я не сокіл, а дивлюсь я на небо та думу гадаю. Так, далі у нас Сергій Ірнус, тиняючись на чужині. Так, меня Кирилл зовут. Приветствую. Привет. Я живу на улице, я так. Помню.
Прошу любой помощи. Но если сейчас, сейчас если наличка будет... Ну что, ребята, продолжается, короче, этот конкурс, и у меня реально назрел такой вопрос. А что, если кому-то из участников, вот они должны сидеть 6 часов, если кому-то из участников захочется в туалет, там, типа, писать или какать, то это поражение или нет? Вот это вот меня интересует. Потому что, судя по всему, им нужно сидеть беспрерывно в этой ванне. Ну, посмотрим по мере прохождения, что там дальше будет. Продолжается, короче, мероприятие, эти мокрые игры. И сейчас будут мои любимчики, реально, я очень люблю этих чуваков. Группа Сан-Тропе сейчас будет. Чуваки, которые делают офигенные пародии, такие типа рэперы из села. Мы тоже хотели выиграть Galaxy S8, но забыли плавки дома. Так что просто зачитаем рэпчик. Диджей, врубай! Можно вот эту группу веб, пускай качели. Трек для тих, кто каже, що погано в селі. Тут всі села! Поехали! Ти кажеш, що погано в селі, давай не тренди, бо пику наб'ю і поламаю. Кажеш, що погано в селі, давай не звезди, бо пику наб'ю. Ти хто по житті? Ти кажеш, що погано в селі, це ти кажеш мені, пішли одній день. Базарим, кажеш, що погано в селі, це ти кажеш мені, пішли одійдем, я так і думав. Ну це і що, то і там, гей, хоп, закрили копилу, переймай усе і сталок. Життя таке буремне, як поломана дорога. Женько із копиляків, харизма як стоп-дога. Як розняли у селові, то порвали мішок, замотили з городською і не застирав шок. З пацанами крали ночу, каву них на кукурузу, вищі пині помідори і черешні олиху. Як Сашко закончив бусу, купив Нісан Кашкай. Таке на клос здорове, зернічки як сарай. Ходили на Версаль з пацанами в березні, фоткались у зеркало на китайській Galaxy. Свинатик загорівся, дивує доставка. Свині рятували, знов поплигали з вікна. Немає покриття, телефон не лов. Якщо хочеш побазарити, то шукай мене в селові. Женько на мікрофоні затули під дуло. Ти кого назвав пиками, ти, навірно, не подумав. Йоу, передаю салам пацанам з Хорола. У п'ятницю додому, а в четвергу клубас. З городськими тьолками двіжуєм до утра. У сараї здохла курка, гуси поклювали сіно. Кабачки натерли утром, добре покормили свині. До тьолок приставали, пацани не місні. Ми під'їхали мопедом, лохи підняли на месарі. Картошку посадили на 9 мая. Що було на вейбля, стоїмся на стройку. Як за що я побирання, був я трохи в шоці. Туалет у поміщенні, це нові емоції. Пацани у комнаті біжали плакати. Гонять як тільки Роналдо, висять по всій хаті. В душі підлягали за буферами люби. Як батімо все ознаково вибиває зуби. Вахтершу брав на поншо, в мене батя мер. Каструля супу стисла, чогось з голоду не вмер. Курсову у мене Галя за 200 заказала. Заплатить не було бабок, аж 2 рази позичала. Я тут всього 2 тижні, а мене вже знаєш всі. І п'ємо навпак пізні, приїжджай з таксі. Предпоследний конкурс, осталось 3 человека, и мы сейчас они будут нырять. Пешу. Кстати, вода здесь разумела? Разноцветная. Короче, у кого легкие больше? Подыхайте спокойно, прийдите тихо-тихо. Прийдите в такие... Поехали. Пальнуйте, пожалуйста. Пальнуйте за ними. О, хто все видав? Вони ж мене чують під водою? Я повинен збивати їх з пальтелика. О, ну все, точно, він програв! Хто програв? О, ну все, вітаємо переможців! З ними стали! Так, ну что, ребята, осталось, в общем, 2 участника, и буквально через полчаса будет финал. Товарищ переиграй, спостерегаю за онлайн-трансляцией blog.com.ua. Костя! И на
закуску организаторы решили вообще сделать нереальный перформанс. Там сбоку стоят весьма недурственного вида девочки. Сейчас они выйдут на сцену и посмотрим, что будет происходить. Форма у них аппетитная, думаю, будет какой-то акробатический номер. Давай, снимайся на смартфон! Давай, давай, крупный план! The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends. Вот тебе ж настоять, Ивана, тебе останнє завдання, танцюй всі, танцюй всі. Come over and start up a conversation. Trust me, I'll give it a chance now. Підтримуємо оплесками, хрещати! Всі, 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 всі! And like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Девочки, короче, отрабатывают вообще наверное, минуты три уже это здесь происходит. И довольно-таки неплохо. Вижу прям все максимально крупняков. Конечно, ввиду моего положения, большинство было взляснуть их по заднице, но нельзя. Короче, ребята, вот так вот все закончилось. Дали два телефона, хотя победитель типа был один, да и все. Но это справедливо, правильно, так и должно быть. Удачи и до встречи в конкурсе. Приходи. Все, пока-пока. Так, наши ребята, у нас тут эти майские праздники, идиллии. Вот наша замечательная дача. Люди там, кто ловит рыбу, кто змея опускает. А я думаю открыть плавательный сезон, проверить, как водичка. И я предполагаю, что она холодная, поэтому надо сейчас прямиком не тянуть кота за хвост, не морозить яички, а просто брать и нырять. Ну, держи камеру. Я буду прыгать бомбочкой. Ву-ху! На тебе канат. Операция по спасению. Давай руку. Возьмись попа. Ну что, неплохо? Офигенно, ребята. Сезон открыт.